Китайское слово «чае» означает верхние листочки чайного куста. По преданию, путешествуя по стране в поисках целебных трав, великий император Шэньнун приказал вскипятить воду на треножнике. В эту воду случайно упали несколько листочков с куста. Попробовав отвар, он нашел, что он бодрящий, прибавляет силы. Так родился чай в путешествии. И слово «чай» тоже путешествует. К нам в Россию оно проникло из северокитайских диалектов, из мандаринского языка. А на юг, с юга оно пришло в Европу через португальцев. Там он называется «те». И, соответственно, родилось западное слово «те» – «ти» – «чай». А больше всего для путешествия подходят вот такие вот лепешки знаменитого чая «пуэр», которые только улучшаются со временем и зреют в пути. Свое название «пуэр» знаменитый прессованный чай получил в честь городского округа на юго-западе Китая. До сегодняшнего дня именно брикеты черного чая, которые китайцы считают просто темным, остаются основной статьей экспорта из провинции Юньнань. Пуэр – единственный чай, листья которого не теряют свои качества, а только улучшаются со временем. За время долгого пути из Китая в Европу он успевал состариться достаточно, чтобы любители смогли оценить его вкус и аромат. Технический прогресс внес свои коррективы в изготовление пуэра. В 20 веке, когда путь к потребителю из провинции Юньнань стал занимать буквально несколько часов, пуэр научились состаривать искусственно. А брикеты чая, созревшего естественным путем, считаются особенно ценными. У чаеторговцев Китая даже существует традиция при рождении дочери закладывать порцию чая пуэр, чтобы через 20 лет он стал частью приданого. Как чай распространился по миру? И как его присвоили разные культуры? Европейская, русская, американская? Говорим об этом с нашими сегодняшними гостями. Иван Алексеевич Соколов, историк, кандидат исторических наук. И Михаил Леонидович Баев, востоковед, исследователь чайной культуры и председатель клуба чайной культуры. И, Михаил Леонидович, я так понимаю, что вот этот вот драгоценный блин пуэра вы слепили сами. Да, он был изготовлен к десятилетию клуба. В Мэнку есть 6 знаменитых чайных гор. Вот одна из них, Мэншань, значит, на вершине этой горы было собрано 400 грамм этого сырья, как раз столько, сколько нужно для лепешки, и эту лепешку я сделал сам. Ну, вообще, пуэр – это самый дорогой, да? Один из самых дорогих китайских чаев. Им же сколько там бывает по... В конце 90-х это был самый дешевый, самый малоизученный, собственно, почти никому не нужный чай на китайском рынке. То есть за 20 лет так чай... Даже, скажем, не за 20, наверное, за 5. Даже за последние годы. С 2005 года, когда китайские средства массовой информации сообщили, что хороший пуэр может дорожать до 500% в год. И все китайцы купили себе пуэр. В 98 году у нас была первая серьезная такая экспедиция по исследованию того, что такое пуэр, мы ездили к самому старому на планете чайному дереву. Сколько ему лет? 2700 лет. Оно растет в огромном массиве, в диких джунглях. Там эти джунгли процентов на 30 состоят из прямоствольных чайных деревьев. Так вот, сырье для пуэра собирают с древовидного чайного растения. То есть есть небольшие кустики, есть кусты такие крупные, как наша черемуха или рябина, а есть прямоствольные деревья чайные. Вот сырье для того чая, который называют пуэр, собирают с дерева. Именно с этого вида, да, с деревьев. Mm-hmm. А потом его сырье подвяливают на солнце, поджаривают слегка в котле, сминают руками, высушивают на солнце. Запаривают и прессуют в различные формы. В данном случае блины. Есть еще кирпичи, головы, чаши, комки и так далее. Чай – это сугубо азиатский напиток? Дело в том, что европейские государства и Великобритания в том числе изначально были кофейными странами. Из колонии Нового Света привозили кофе. В Европу чай попадает достаточно поздно, это 18 век. К тому времени, когда чай попадает в Европу, там уже сформировалось устойчивое потребление кофе. В той же Великобритании чайная культура начинает доминировать над культурой кофейной только где-то к середине, в начале второй половины 19 века. Изначально чай привозился в Европу, как и в Россию,
впрочем, сугубо как лекарственный напиток. Если говорить о России, например, то где-то до середины 18 века чай был преимущественно лекарственным напитком и пили его при проблемах с желудком, при усталости, общей утомляемости, что называется, при головной боли. И только со второй половины 18 века чай начинает достаточно активно потребляться уже как напиток самоценный. Весна 1896 года. Москва готовится к торжествам по случаю восшествия на престол Николая II. Деловые круги с нетерпением ждут приезда Ли Хунцзяна, чрезвычайного посла и канцлера Китайской империи. Его приезд сулит выгодные контракты, в том числе и для чаеторговцев. Чайный дом на Мясницкой к приезду сановника отделан заново. Внешний вид и интерьер – повсюду царит китайский стиль. Башенка, витые дракончики, фонарики, змейки, зонтики, огромные вазы. Этот хитрый маркетинговый ход придумал торговец чаем Перлов, которому и принадлежал чайный домик. Считается, что именно купцы династии Перловых приучили россиян утром и вечером пить чай. Официально этот напиток впервые попал в Россию в 17 веке. В 1638 году монгольский посланник Алтын-хан привез царю Михаилу Федоровичу целых 3 пуда чая. К сожалению, посланник не объяснил, что делать с ним, и чай так и лежал без дела. На престол уже взошел второй царь из династии Романовых Алексей Михайлович, а чай все еще не был востребован. Помог случай. По одной из версий, государя отравили. У него заболел кишечник, и не помогали никакие лекарства. Тогда царский лекарь буквально от безысходности решился попробовать в качестве лекарства чай. И помогло. После этого почти столетие чай продавали как лекарство в московских аптеках. Китай, город Ухань. Отсюда начинался великий чайный путь, который проходил через 150 городов 3 стран – Китая, Монголии и России. Плыли на лодках по реке Янцзы, потом ехали на ослах и подводах. В Россию чай попадал через приграничный город Троицко-Савск, ныне Кяхту. В 1787 году в Кяхте Алексей Перлов открыл первую контору, а чайные лавки появились в торговых рядах на Красной площади. Даже Отечественная война 1812 года не сильно повлияла на чаеторговлю. По сообщениям газет, поставки прервались лишь на 3 месяца. В середине 19 века оборот московских чайных магазинов и лавок достигал 7 миллионов рублей. А в приграничье в значительной степени из-за торговли чаем возник даже особый кяхтинский язык – пинджин, который вобрал в себя русскую лексику и китайский грамматический строй. Оттуда пошло известное «твоя понимай нету». Александр Дюма-отец, побывавший в России в середине 19 века, писал: «Лучший чай пьют в России, поскольку сюда его привозят из Китая по суше, а в другие страны по воде». Длительные морские перевозки плохо сказывались на качестве напитка. Чаепитие в старой Москве превратилось в настоящее культурное явление. Московское чаепитие стало почти таким же ритуалом, как чайная церемония в Китае. Россия изначально была неоднородная. У нас были кофейные регионы традиционные, были чайные регионы. Кофейные регионы в России? Да. Это какие? В Российской империи. Кофейные регионы – это, во-первых, Польша. А, ну... Прибалтика, да. Прибалтийские страны, в значительной степени Финляндия. Что касается России, достаточно долго чай был чрезвычайно дорогим продуктом. 100 грамм чая стоило порядка 1 рубля. 60 копеек стоил пуд муки.
То есть чай был ориентировочно где-то в 46 раз дороже осетровой икры. И в России четко разделялось три, скажем так, вида. Это вот аристократическое чаепитие, это чаепитие купцов и чаепитие мещанства. Но потом уже позже, когда он стал доступный, к этому добавился и простой люд, особенно от указа Владимира Ильича Ленина, по которому членам профсоюза чай давали бесплатно, а людям образованным продавали задорого. Что касается экономики и истории распространения чая, то существует довольно много заблуждений. Первое заблуждение касается, оно довольно активно тиражируется в научной литературе до сих пор. Оно сводится к тому, что те же крестьяне начали пить чай в России только с середины 20 века, то есть 50-х годов. Это довольно большое заблуждение, и опровергается оно достаточно просто. Все прекрасно знают такого, как его называют, недруга России, маркиза де Кюстина, который, в принципе, он оставил довольно много воспоминаний о Европе, о европейских странах и о России в том числе. Вот. Его книга, вышедшая в Европе в 1839 году, рассказывает о быте, нравах, собственно, России. Вот он, надо сказать, что Кюстина нельзя упрекнуть в симпатиях ко всему русскому. И он вспоминает о том, как он, проезжая по европейской России, пил чай в простой крестьянской избе. Чья-то частная, ну, зажиточных крестьян изба. Да. И вот он вспоминает общий интерьер, вонючие, значит, неприятное здание, угу. Какие-то бородатые мужики в тулупах пьют чай. Но какой чай они пьют? Они пьют великолепный чай, который Кюстин сравнивает с испанским шоколадом, эталоном на тот момент времени. Если говорить о русском чаепитии, то когда возникает вот эта вот традиция русского чаепития? Чем оно отличается от, я не знаю, традиции, ну, естественно, и китайского чаепития, и разных европейских изводов? Восприятие чая как вот чего-то позитивного, очень нашего родного, это все-таки 40-е годы 19 века. То есть это к 19 веку уже. Я объясню, почему. Дело в том, что в России исторически в дочайный период существовала масса напитков. Были горячие напитки, сбитень и ряд других. Да. И были так называемые взварцы, или взвары их называют. Это напитки на основе растительного сырья. Того же иван-чая, который позднее мы начинаем считать суррогатом. Разных, настой из разных трав и так далее. Их преимущественно пили, начинали это пить монахи, и постепенно это все пошло в народ. Это вот дочайный период. Что касается церкви и вот религиозных чувств, то изначально была достаточно стойкая оппозиция чаю. То есть даже вот в начале 19 века многие деятели церкви достаточно негативно относились к чаю. Хотя надо сказать, что если сравнивать отношение к кофе и отношение к чаю было более такое сдержанное. Вот. Но в целом церковь где-то уже в первой половине 19 века начинает вполне хорошо относиться к чаю. Вы знаете, я два раза в год езжу на Афон. И понедельник, среда, пятница, там даже когда нет постов, дни постные. Поэтому в постные дни монахи принимают пищу один раз в сутки. И для того, чтобы как-то подкрепиться, есть еще дневное чаепитие. То есть ты идешь, и у тебя чаек с сухарями и немножко каких-то простых сладостей. Это дает возможность стоять тяжелые службы и нести послушание. Вот я думаю, фактически чай у нас начинает играть роль десерта. В России даже чай был больше, чем вот десерт. Ну да. То есть чай, вот чай Великобритании во второй половине 19 века, он скорее был как чай, именно вот как десертный продукт. А в России уже с первой половины 19 века чай уже воспринимался как самодостаточный продукт. Те же купцы при решении каких-то своих торговых там дел часто собирались в трактирах за самоваром. За самоваром. Вот. Ну, и да. В течение дня пили чай. Естественно, иногда чередовали его с водкой. Было дело, но предпочитали все-таки чай, потому что чай, он, в отличие от водки, ум не мутит. Свежую голову, да. Плюс еще, несмотря на то, что считалось, что как бы у нас более такое демократичное потребление чая, но там были свои элементы, как, например, чай блюдечко да. отхлебнуть. Да. Вот, это все позволяло в определенный момент, допустим, паузу какую-то
поставить, акцент в разговоре. Например, приходил в начале 19 века актер к директору, а директор императорских театров, допустим, он сидел и пил чай. Актер начинал заводить разговор о повышении зарплаты, вот, о каких-то бенефисах, на что, соответственно, директор смотрел на него, вешал паузу, отхлебывая чай, обдумывая, сколько он может заплатить, допустим, насколько он может повысить ставку этому артисту, и потом давал ему ответ. Ну да, такое ритуализация. Ну и, конечно, частью этого ритуала был, естественно, вот этот русское изобретение самовар. Самовары бывают и такими, из дерева, фарфоровыми и даже из сахарной пудры. У последних, конечно, назначение чисто декоративное. В музее «Тульские самовары» хранится около 400 изделий местных мастеров. Всем известно, что в Тулу со своим самоваром не ездят, но сам самовар когда-то приехал сюда, с Урала. Существует документ, в котором сказано, что между 1738 и 1740 годами на одной из внутренних российских таможен был задержан с партии товара самовар луженый на обе стороны производства фабрики братьев Осокиных. Это и есть первый русский самовар. Медная фабрика братьев Осокиных работала в местечке Нижнерогинское. Сейчас это Пермский край. Прапрадедушка русских самоваров не сохранился. Но каким был расцвет русского самоварного дела, понятно по экспозиции Тульского музея. Вот из этого экземпляра никогда не пили. Он был сделан специально для выставки в 19 веке и уже в советское время выкуплен для музейной коллекции. Потом стал экспонатом музея «Тульские самовары», открытого в 1990 году. Как правило, сегодня музею очень трудно самому приобретать музейные экспонаты. И обычно нам дарят самовары или предметы, которые связаны с самоварной коллекцией, так как в Тульской области очень много коллекционеров. Но, конечно же, они берегут, очень берегут свои коллекции, и чаще все-таки их предлагают для выставки. Эти маленькие, но действующие самоварчики были подарены детям Николая II. Они разогревались при помощи одного коробка спичек. Подарок императорской семье сделали тульские купцы Баташовы, владельцы одной из самых известных самоварных фабрик. Хотя и не первой. А первой была фабрика оружейника Лисицына, чьи самовары тоже есть в музее. Почему Тула стала самоварной столицей? Ведь это не место, где первый самовар появился, и не единственное место производства самоваров. Хотя самоварное производство появилось здесь и позже, чем в Москве, например, только с 1778 года. Но оно очень быстро начало развиваться, потому что вслед за Лисицынами и другие тульские оружейники открывают у себя самоварные фабрики. Дело было выгодным, потому что очень удобный предмет стал востребованным в быту. Сначала только как часть дворянского быта самовар, потом уже и в средние слои перешло. К концу 19 века и в деревне крестьянин может позволить себе купить самовар. Самовары появляются уже в местах общественного питания в середине 19 века, в трактирах, чайных. И, естественно, чем выше потребность, тем выгоднее их производить. Известно, что в 1879 году в Туле действовало 78 самоварных фабрик. Наиболее успешные производители становились поставщиками императорского двора и получали право ставить на своих самоварах российский герб. Он был знаком высшего качества. Встречалось немало подделок. Рынок самоваров был специфическим. Большой спрос внутри России и практически полное отсутствие экспорта. Наш способ чаепития отличается от восточных, от западных. На Западе самовар, по сути, не нужен, потому что там сразу заваривают чай в чайнике, заваривают определенное количество сухого чая кипятком, и оттуда сразу разливают чай. То есть у них нет деления на заварку, кипяток. Это только в России. Самовар не превратился в чисто музейный экспонат. В Туле их делают и поныне. Теперь уже в основном электрические. Ну вот самовар, это абсолютно самобытная русская вещь? Нигде больше? Нет? Вообще
Есть несколько мнений о том, откуда пришел самовар. Дело в том, что до самовара в Европе уже появились различные емкости для подогрева кофе. В Китае вообще существовала на тот момент многовековая традиция использования хого. Это, ну, сейчас его иногда называют прадедушкой-самоваром, и отчасти это верно. Но в чем различие было? То есть вот хого – это... там изначально готовили суп. То есть это такая посудина с трубой в центре. Совершенно точно русское изобретение в самоваре – это замок. Это кран, который вынимается. Mm-hmm. Все остальное, вы знаете, я видел в Марокко самовары совершенно изумительные, инкрустированные верблюжьей костью. То есть невозможно сказать, что это привезли из Китая или из России. России, да. Это точно марокканское. Многие люди, скажем так, видят и в современной Турции самовары. Но дело в том, что значительная часть этих самоваров была завезена, делалась специально русскими фабриками под турецкий рынок. Я сильно сомневаюсь, что для Марокко стали бы в России отлавливать верблюдов и их кости инкрустировать. Насчет Марокко не знаю. Причем это я видел в музее. Насчет Марокко не знаю, но вот Турция. Дело в том, что российские чайные компании к концу 19 века настолько сильно разрослись, что они продавали, реэкспортировали чай, развешенный по баночкам, вот по таким, например. А это что за банка? Вот вы принесли, это какая-то историческая, это, да, это обычная, в принципе, жестяная баночка, достаточно дешевая, самого конца 19-го, начала 20 века, торгово-промышленное товарищество, преемник Алексея Губкина, Александр Кузнецов, компания. И другой у вас здесь крупнейшая, артефакт. Да, тоже, крупнейшая чьи-торговая фирма конца 19-го, начала 20-го. Подождите, века. А крупнейший, самый крупнейший был Перлов? К сожалению, нет. Нет? Нет. Ну, вот здесь можно сказать, что были купцы московские, были купцы нижегородские, были купцы ирбитские. В одно время доминировал Нижний Новгород, и чай считался на нижегородской ярмарке главным товаром. Вот когда говорили о купцах, купцы договора писали на стене мелом. То есть они сидели за самоваром, договорились, ударили по рукам, на стене записали, что такой-то, вот такой-то купил столько-то, вот-то, за столько-то, что... Делали, если человек нарушал условия договора, стирали. Стереть в порошок. Это вот как раз вот это, стереть договор со стены в чайной. Больше с этим купцом никто никогда дела и не имел. Поэтому вот страшная угроза у купца, у русского, я тебя в порошок сотру. Вообще чайная культура, она больше московская, да? Она же совершенно не петербургская. Дело в том, что вообще чай интернациональный напиток. То есть кто им торговал? Вот почему Кузнецкий мост ассоциируется с чаем? Потому что в начале 19 века, до 1612 года, значительную часть чая продавали французские купцы, допустим. Их потом... Не англичане. Вторая половина 19 века в лидеры выходят немцы, русские, евреи. То есть были компании сугубо по национальному признаку в значительной степени. В ряде случаев компании записывали, например, те же русские компании, что пайщиками компании могут быть только люди православного вероисповедования. Ну да, вот вы сейчас рассказываете об этих империях, а ведь встает вопрос, ведь все-таки основной, как сейчас кажется, глобальной империей чая была Британская империя. По большому счету, да. Нет, не согласен. Нет, ситуация там была следующая, на мой взгляд. Дело в том, что британская чайная империя начала активно строиться после опиумных войн. Русские закупали, купцы, больше, наверное, чая с юга Китая. Они закупали из Хубэя, из Хунань чай. Черный в основном? Нет, в основном зеленый. Вообще, Александр российская Первый... чайная культура, она все... Я думал, такое ощущение, что она больше на черном чае стоит. Неправда. Александр Первый с утра кушал зеленый чай. Зеленый, крепкий зеленый чай с густыми сливками. Это было каждый день. Зеленого чая было гораздо больше. Какой же момент? Только в 20 веке черный чай перевесил. Ну, был момент, когда перестали продавать. Если рассматривать британскую и русскую историю, то китайцы были заинтересованы в русских товарах, и у нас были нормальные договоры, и русские купцы торговали на нормальных основаниях. Они могли заходить в Китай, брать свои товары, выменивать свои товары на то, что им нужно было, выбирать, что мы купим, по какой цене. У англичан такой возможности не было, потому что когда английский посол приехал
ко двору, его нежелание поклониться и вести себя сообразно китайскому ритуалу привело к тому, что ему дали бумагу «Спасибо, мам, от вас ничего не надо, до свидания», и отправили обратно. Mm-hmm. И потом англичане наладили поставки сначала оружия в Китай, ну, естественно, и серебра, а потом перевели это дело на опиум. Сначала они привезли табак еще, значит, они научили весь Китай курить, когда император запретил ввоз табака, англичане наладили промышленное производство опиума. Тогда 300 опиум. Тонн в год в Китай закачивалось опиума. Когда китайцы попробовали не пускать опиум английский в Китай, значит, началась война, привела к тому, что в Китае стали хозяйничать иностранцы. В результате древняя вот эта китайская культура достаточно сильно пострадала. Потом в Китае заблудился призрак коммунизма. В 1910 году население Китая было 110 миллионов человек, меньше, чем в России. В России 115 было. И это была больная нация Азии, они почти все были наркоманы. Вот с того времени они какое-то время поднимались, и сейчас Китай... Столетие позора, себя, как это все называется. Поторговали чаем сейчас с англичанами. Но, естественно, то, что менялось на опиум, оно не могло быть таким, как то, что выдавалось за соболя. Две шкурки соболя за 100 грамм чая. Вот я подумал, что очень интересное есть различие чая и кофе. То, как он действует на цивилизацию, действует на человека. Потому что мне кажется, что кофейная культура – это такая культура изменения, культура динамизма, культура революции. А чайная культура, наоборот, это культура стабильности, устойчивости. Да, как там у подпольного человека Достоевского, я скажу, чтобы миру кончится или мне чаю не пить. Я скажу, что лучше миру кончится, а чтобы я чай всегда пил. Да, больше того можно сказать. Кофейная традиция – это традиция двойной морали. Дело в том, что если мы берем, допустим, 19 век, любимый всеми, взять, допустим, кофейни, большую часть кофеен в Санкт-Петербурге, они не просто продавали людям кофе. Они имели два входа. Помимо как бы общей залы, часто были кабинеты кофейные, где можно было встречаться там женщинам, например, сплетничать. Но помимо этого, очень часто старались строить и подбирать такие здания, где было бы два выхода на разные улицы. То есть подъезжала жена какого-нибудь дворянина, входила попить кофе, выходила через черный ход, ехала к любовнику. Возвращалась через черный ход, выходила через парадный, садилась там в карету, mm-hmm. и ехала к своему мужу. То есть все прекрасно знали... Съездила кофе попить, называется. Все прекрасно знали, зачем она съездила кофе попить, кроме мужа, естественно. Вот. Интересно, ну то есть кофе в каком-то смысле это, как я подумаю, кофе, ну или культура измены, не измены, но революции. Если взять, скажем, как французская революция, она же родилась из кофейни Прокопа, куда вываливали все эти актеры из театра комедии «Францез», сидели они там 100 лет, потом случилась революция. Еще интересное вот такое вот сравнение, сейчас глядя на политический ландшафт Америки. Ведь, скажем, более такое демократическое, свободное, либеральное направление Обамы, у него была кофейная партия Обамы. С другой стороны, консерваторы, все, которые вокруг Митта Ромни, которые на вот этом библейском поясе стоят, у них партия чаепития. Ну, там, правда, бостонское чаепитие имеется в виду. США, штат Массачусетс, бостонский порт. Потомки американских колонистов делают то же, что когда-то сделали их предки. Бросают ящики с чаем с борта корабля. Эти коробки бутафорские, но 220 лет назад были самые настоящие, наполненные чайными листьями. А корабль под названием «Дартмут», копия которого сегодня стоит в порту, принадлежал английской Ост-Индской компании. На борту находится музей бостонского чаепития. Это событие считается отправной точкой истории современной Америки. В 1773 году груженный чаем корабль «Дартмут» пришел в Новую Англию. В знак протеста против политики британской метрополии колонисты захватили его и сбросили в воду 342 ящика с чаем.
После этого началась американская революция, в результате которой исчезли британские колонии и появилось самостоятельное государство Соединенные Штаты Америки. Граждане новой страны практически отринули свои прежние привычки, в том числе и ритуал британского чаепития. Правильно хранить и заваривать чай – целая наука, сообщает ознакомительный ролик, сделанный в 1941 году для телевидения по заказу английской государственной чайной компании. На войне чай поднимает дух бойцов, а в тылу играет стабилизирующую роль. Во время Второй мировой войны британское правительство рассматривало чай как важное средство поддержания духа нации. Поэтому, когда начались бомбежки британских городов, вышло постановление правительства относительно чая. Уинстон Черчилль распорядился рассредоточить чайные запасы страны по 500 складам. У настоящей хозяйки может не быть пальто или хороших туфель, но чайный сервиз есть обязательно, замечал советский журналист. Но именно в 40-е годы чай в Британии начинает уступать позиции другим напиткам, в том числе и под влиянием американцев. В английских городах были расквартированы войска союзников, и они привносили свои привычки в быт англичан. Если до середины 20 века самыми популярными заведениями были чайные, то во второй его половине они стали уступать место кофейным барам и американским фастфудам, где пили газировку. Авторы фильма 50-х рассказывают о любви лондонцев теперь уже к кофе и кафетериям, которых стало особенно много после изобретения кофемашины в 1952 году. В Соединенных Штатах чай считался инструментом колониальной политики и большим успехом традиционно не пользовался. Слово «чаепитие» для американцев и сегодня ассоциируется скорее с политикой. «Америка готова к новому чаепитию». Этот лозунг, выдвигаемый одной из политических партий, означает, что ее представители призывают к новой революции. Правда, теперь уже не имеющей никакого отношения к чаю. Ну, понятно, что бостонское – это был вопрос налогообложения. Да, бостонское чаепитие, там по большому счету не сошлись в плане денег. Англичане зарабатывали на акцизах огромные деньги. Я приведу пример из российской истории, но он как бы абсолютно адекватно соотносится вот и с тем, что было во время бостонского чаепития. Стоимость чая, допустим, в середине 19 века, допустим, во внутренних районах Китая. И когда чай подходил к Тихте, где проходила меновая торговля, товар на товар, соответственно, государство взимало акциз за, собственно, за сделку. И вот акциз, он, конечно, отличался в зависимости от сорта чая, там, от качества, от урожая конкретного года, но в отдельные периоды времени он доходил до 10-кратной стоимости чая вот, уже относительно, на этом дороге. Относительно той цены, которая была во внутренних районах Китая. То есть, допустим, если где-то во внутренних районах Китая можно было хороший чай купить в середине 19 века за 28 копеек в пересчете на вот серебряный рубль того времени, да, то государство, например, в тот же период времени могло брать акциз до 2,80 рублей. Ну да, говорит о той невероятной какой-то, так сказать, стратегической роли чая, как некого стратегического сырья, которым государство выполняло некую регулирующую функцию, фискальную функцию. Фискальную функцию, да. Вот поскольку мы заговорили об Америке, вам, как знатокам чайной традиции, вообще изобретение чайного пакетика – это что, некая тупиковая ветвь? Это некая жертва глобализации? Явление. Это расцветка американской культуры. Но это продвижение еда, все-таки чайной еда культуры? Еда – это бутерброд, а питье, напиток – это чай в пакетике. Конечно, нет, это катастрофа для чая, когда для продукта, потому что то, что ценно в чае, это то, что экстрагируется из цельного листа. Если лист разрушен, то экстрагируются не только ценные и полезные, а гораздо быстрее экстрагируются вещества, которые, ну,
выполняют определенную функцию, не обязательно даже и положительную. Балласты. Нельзя такие, говорить, что чай вреден для здоровья, чай однозначно полезен, весь чай. Но разрушенный чайный лист, несомненно, намного дешевле и уступает и во вкусовых, и в ароматических свойствах, и в медицинских. Так это тогда не только пакетика проблема, это проблема любого резаного листа, вот это вот броукен. Никто никогда не будет резать лист для того, чтобы продать его хороший. Дешевле. Хороший лист, его, это драгоценность. Чай проходит на конвейере, на любом чайном производстве, его разделяют как минимум на 6 фракций. От целого аккуратного листа до пыли. И, собственно, все идет в производство. Чем меньше фракция листа и чем больше он разрушен, тем это дешевле. Ну и сейчас уже совершенно далеко чай уходит от истоков. Вот холодный чай, iced tea. Вы знаете, холодный это чай... Это напиток на растительном сырье. В конце 70-х годов 20 века Тайвань, который возродился и, собственно, был достаточно мощной экономической державой, там на середину 90-х у них был второй в мире резервный капитал у этого крошечного острова, который, собственно, торгует чаем, орхидеями и собирает электронику. Все. И вот на Тайване были очень сильно озабочены тем, что молодежь совершенно утратила связь с традиционными культурными ценностями. Они попытались ввести в школах обучение по традиционному китайскому типу, когда дети выучивали наизусть древние каноны. А эти дети стали делать безумные успехи в математике и физике. И для того, чтобы вернуть их к китайским ценностям традиционным, была возрождена мода на традиционное чаепитие, создавались чайные и стали делать баночки с холодным чаем. Поэтому холодный чай, как явление, появился на Тайване. Производился он из чая. А потом уже это было подхвачено, и, собственно, многое из того, что сейчас продается как холодный чай, к чаю не имеет это совершенно никакого отношения. Это просто ароматизаторы. Ароматизаторы, наполнители, подсластители и так далее. Ну, что вам сказать в заключение, может быть, уже этой передачи, что, наверное, пейте все-таки горячий чай, пейте долгий чай. Потому что вы видите, что, собственно, как вот этот вот чайный блин повлек за собой целую историю его изготовления, и каждый малейший поворот в мировой истории чая привел к тем историям, которые вы здесь за этим столом рассказали. И действительно, в этом смысле чай – это не только особая концепция времени, но это особая концепция коммуникации. Чай – это беседа, чай – это разговор, чай – это живое человеческое общение, такое же живое, как живы те листья, которые упали 5000 лет назад с чайного куста. Где есть чай, там под елью рай. Там под елью рай, да. По-китайски это будет, что необходимо для того, чтобы по-настоящему выпить чай. Мир, лад, чистота и покой. С пожеланиями мира, лада, чистоты и покоя. Иван Алексеевич Соколов, Михаил Леонидович Баев и программа «Власть факта». Спасибо, что были с нами сегодня вечером. До встречи на телеканале «Россия. Культура».